Астана погрузилась в эпоху постмодерна и неочевидных визуальных образов. В столице в эти дни проходит выставка британского скульптора Юнуса Сафардияра. Ценители искусства и те, кто только собирается прикоснуться к высокому, могут вживую увидеть и попробовать осмыслить работы мастера. Автор привез из Лондона экспозицию общим весом в одну тонну. В том числе масштабом и грубыми формами скульптор попытался передать период упадка и возрождения. Юнус Сафардияр родился в Самарканде, где уже с ранних лет увлекся искусством, потом переехал на Туман-Альбион. Он является членом Королевской академии художеств, а его работы представлены в музеях Санкт-Петербурга, Нью-Йорка, Флориды и Лондона. Выставка носит название «Второе восхождение» и проходит при поддержке Министерства культуры нашей страны. Сейчас вот апофеоз постмодерна, да? Что такое постмодерн? В постмодерне нету ни направлений, ни каких-то общих смыслов. У каждого человека есть свое направление, свой общий смысл. Один рассказ больше не существует. Существует тысячи рассказов, миллионы рассказов. Возрождение когда происходит? Когда идет упадок. А после упадка будет ренессанс. Я показываю здесь упадок. То есть вот, вот трубу видите, вот эту вот, да, которая как бы сгоревшая, да? А внутри свет. Вот вся работа вот в внутреннем свете, не о трубе, которая сгорела.